Турции есть муниципальные пляжи. Вот сейчас мы на него, на один из них идем. Вот здесь он находится. На территории этого пляжа выкупили, это кто тут выкупил? Гранада выкупила себе пляж, сняла в аренду, так как они на второй береговой линии находятся, у них собственного пляжа нет. Это все бесплатно. И вот он, муниципальный пляж, бесплатный, в билете. Вот здесь можно приехать и бесплатно поплавать в билете. Сейчас пройдем с вами по всем пляжам. Начиная, я так понимаю, это Куи Фан Сан. Потом будет Папилон. Потом будет Маритим. Это уже пляж отеля Маритим Пайн Бич. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысенок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.